Да меня сейчас убьет. Я начинаю уже кручу ловить. Вену дать, да. А чё мы друг другу кололи? Куда только можно. Особенно на первой практике, когда нас привели в нашу первую больницу. Нам говорят, берите уколы, а мы еще на первом курсе даже ни разу укол не делали. Счастливые, думаем, сейчас нам дадут пациентов. Нас всех заводят в процедурку. И говорят, делайте друг на друге. И мы вся группа друг друга перекололи. Кому глюкозу вкололи, кому физу. Клещевой энцефалит. Да, отлично, бери. У кого-то такая памятка была у Калюжной на паре? Нет, ни у кого она не была. Ну, кстати, я никому не давалась. Она никому, меня никто она ни у кого не была. Я тебе сейчас скажу, откуда ты ее помнишь. Я по ней делала. Прям знакомая. Я просто делала по ней, типа... Значит, ты вообще реально мастер памяти. Я сама, я искала ПНГ, собака, ПНГ, корова, свинья. Зашибись. Вот это я сама делала. Да, это отлично. Первый, который я сама делала. А я еще здесь не особо умела делать, кстати говоря. А вот этот вот шейкой-маткой вот ты это, делала? Вот это не. Вот это я делала. Это я сделала 20 минут. Шейкой-маткой. Вот это, конечно, это моя гордость. И фон вот бы вот еще поставить. Да нет. Это я делала для Петровой, для нее фон. Угу. И вот это я делала сама. Это нам, да, я делала? Мне, кстати, такое еще надо распечатать. Я без проблем. У меня Марс на нее лег. Я без проблем. И ее не стало. Он ее всю смял. Пока на столе лежат. В принципе, нормально. Новые знания работы с документацией в кабинете медицинской статистики. Пиши новые знания. Работа с документацией. Ну, будь здорова, Луна. Работа с документацией. В кабинете медицинской статистики. Все? Угу. Спасибо. А тебя как зовут-то хоть? А они же еще придумали? Ой, началось. Думай, какие темы можно еще взять на этот. На памятку. Корь. А Лиза, вот хорошо. А что сразу началось? Ты слышишь на памятку именно, не на беседу. Ну, а корь тебе что? Ну, тогда нам нужно тебе 4 и мне 4. Почему 4? Две беседы. Это в паспорте написано. Две беседы и две памятки. И мне 4. Памятка корь, потому что сейчас идет. Как это называется? Все. Ты поняла. Послушай мой голос. Все, у меня горло не болит. У меня... Просто я уже. Потому что пиздела много за сегодня. Угу. Файл. А сколько тебе лет? Мне 5. Мне пять лет. Я до сих пор с этого прикола усыкаюсь. Не, ну говорили. А. Видишь карамельный пончик? У тебя еще пончик есть? Два. А мне еще пицца есть. Ну, вот мы затарились. Я думаю, ну ничего, говори. У нас тут самый старший Кощей. Он вот сказал, это... что после 30 он уже не считал. Вот эту что пачку бумаги я купила, как купила принтер. Это было почти 2 года назад. Понимаем, да? Угу. Глянцевая бумага. Я не знаю, нахера я столько купила. Будешь мне фотки печатать. На А4?
Да. Я в портрет себе захуярю. Свою фотографию А4. Над кроватью, как портрет. Скидывай мне фотку, сейчас мы напечатаем. Я буду разыгрывать свою фотку. А4. Нормально. 8 апреля. Какое число сегодня? Число. Подожди. Ладно. Да, скоро день в отчет писать. Я сейчас найду быстро памятки. Я скажу тебе название. Ты что, Овен, что ли? У нас. Жесткий ты тип. У нас. Овен. А, получается, да, у нас нету. Тогда не писать. Кого не писать? В отчет. Потому что такие красивые, как мы, сидим дома. И никуда не ходим. Мы сидим, пишем вообще. Что значит, дорогие? Говорит, почему, когда выходишь из дома, не видишь таких красивых девушек? Так хуйки. Не ругайся, пожалуйста. Что она там ругается уже? Она говорит, что ты мне по 5 раз все повторяешь, что мне нужно распечатать? Я говорю, да потому что я переживаю, что мы что-то забудем. Спасибо, спасибо. Я ей просто сказала, сейчас я это начну печатать, типа, и скажу тебе, какие темы. Она такая, да хух, ради бога, я тебя не тороплю. Я говорю, Знаешь, ты как солевая из Питера, реально. Чё? Ты как солевая из Питера, видела, как они ходят? Буквой «Э» вот так в обратную сторону стоят, вот так, да, часами. Вот ты сейчас похожа была. Ну все, значит, тогда не надо их печатать. Ой, блядь. Писать. Все, пока. Она уже сидела со мной в мультичате.